Та-т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 а
Лучок. Хороший. Ну вот, да. Всем привет. Сейчас приехали попробовать половить судака ночного. По струе. Сейчас попробуем поджиговать. Он сюда подходит. Ну а потом по темному уже будем смотреть, что дальше. Может быть, что-то и получится. Струя как раз давит. Вон тот кадр бежит. Слушай, ни одного комара не было вот это вот 5 дней назад. Вообще ни одного, даже не видел. Вчера на даче сколько просидел, ни один комар, вот это и вечером сидел в гамаке, хоть бы что-то подлетело. А тут просто какое-то изнасилование. О, вот он! Та-та-та-там-та-там-та-там-та-там-та-там. Ух, как засадил хорошо. Ух, как хорошо засадил. Иди сюда. Это щупакабра. Не, судак. Подходит к бережку, подходит. О-о-о. Надо, наверное, пойти переодеться, потому что что-то мне как-то... Что? Ну, как-то меня прокусывают. А, у меня глаз прокусывает. Пойду переоденусь. Вот он, вот он. Не зря приехали. Вот он. Мелочь пузатая. Да какая мелочь, хороший товарный. Есть сантиметры? Метры, сантиметры есть? Как он дюкнул. Бук-бук. Дай пакетик, брат. Нема пакетика. Нету пакетика, я пойду переодеваться. Течение меняется, неудобно. Он ее давит сюда, и если ставить больше 5 грамм, то вообще ползет по дну. Это 5 грамм. Ну да. Судачок, видно, отозвался. Ага. Это хорош. Иди сюда. К вечеру начинает подходить, видно. Давай, свали еще сейчас. На самом топчку. Да. Да. Такого можно и зажарить. У тебя груз какой? 8 грамм. Вот здесь была поклевка у меня, но у меня 5 грамм вытягивает. Не ложится на дно. Вот, вот здесь вот по суводе, вот по этой попробуй. Несколько строчек. А там четко все. Ты там ставишь на... Ух, вот он. Бляха, вот это подача была. Там ставишь на время, и тебе показывают, куда ветер дует и с какой силы относительно карты. Блин, зараза, такой удар был классный. Говорю, крючок маленький, блин. Собака так вальнул, блин. Да там элементарно все. Там ветер, давление, там просто пальцы. Ну, я тебе покажу.
Будем ловить дальше. Берет вот здесь вот под прижимом. Фонарик потушим пока. Вот здесь вот идет струя и обратка. Видно, эта обратка выдавливает малька, и он сюда вышел на охоту. Вот. Будем пробовать дальше. Зачок. Вот он. Хороший. На воблер. Вот он, смотрите, какой, друзья. Я не ошибся с местом. Значит, он тут существует. Вот такой вот паренек. Значит, есть смысл поупираться. Пусть пока тут попрыгает. Взял он на понтон 21. Воблерок называется Омплик Джек. Ну, что-то типа такого. Да, Крэк Джек. Вот на такой вот воблерок он меня лупанул. Друзья, рыбалка, к сожалению, подошла к концу. Ну, как видели, из этого видео было поймано 3 судачка, из них 2 было поймано на джиг и 1 на воблер. Кроме того, был сход некрупного судачка на воблер, который, к сожалению, в кадр не попал. Было несколько поклевок еще на джиг. Так что, друзья, всем ни хвоста, ни чешуи, и до новых встреч!